больные, которые имеют катаральные явления или пневмонию, расцениваются как потенциально зараженные COVID. Если вдруг вы почувствовали недомогание, боли в горле, першение, кашель, насморк, жидкий стул, то если это все протекает в легкой форме, то паниковать не нужно. Нужно связаться со своим участковым терапевтом, и она порекомендует лечение. К великой радости, COVID-инфекция тоже протекает, как правило, в легкой форме. И только 20% протекает в тяжелой форме. Если у вас температура близится к 40 градусам, если она не снижается приемом жаропонижающих средств, то, конечно, тогда вы обращаетесь в скорую помощь.